На Эльбрусе нашли потерявшегося лыжника. ЧП произошло накануне на высоте 3500 метров, сообщили в МЧС республики. Спортсмен сошел с трассы в сторону опасной зоны, говорится в релизе. На место происшествия были направлены 6 сотрудников Эльбрусского спасотряда и 1 единица техники. Менее чем через час туриста нашли вблизи трассы. В медицинской помощи он не нуждался. В сопровождении спасателей лыжник спустился на поляну. ЗАО отметили в МЧС.